Привет ютубчикам, у кого не работает микроволновка, сегодня у нас ПАНАС. ПАНАС у нас свет видит, включается, но не греет. Так, ставим его микроволны максимальные. Где тут минута? И полетели. Все вроде бы дует, но не греет. После вскрытия видим зубочисток набросали. Кто это? Зачем тыкали? Вот такое внутри мы видим. Все вроде бы крутится, шкварчит, но нагрева нету. Сейчас проверим еще раз. Водичку нагреет, не нагреет. И будем проверять. Так, а что я не вижу конденсатор? А вон он, где конденсатор, диод, туда мы полезем, там будем смотреть. Хотя вот смотрите, что-то мне не нравится вот эта контактная группа на магнетроне, что она так вылезла. Сейчас поправим, может быть здесь просто все просто спасет. И он будет спасен. Ну что, нету нагрева. Сейчас будем. А может так, давайте сейчас. Ага! Заряженный, сука, блядь. Будьте обережны. Не, здесь нормально сидит. Сейчас будем проверять. Конденсатор, диод. Посмотрим. Смотрите, проверил я. Диод, конденсатор, все оно работает. Как проверять диод, конденсатор? Есть у меня на канале высоковольтные. Напряжение на магнетрон поступал. Только под замену магнетрон. Как его проверить? Да никак. Практически никак не проверяется. Поэтому я сразу под замену. Ну, когда взял в руки, я видел, у него чисто механическое повреждение. Видите? Пластины железные болтаются. То есть сейчас можно, в принципе, попробовать их восстановить и запустить снова. Ну вот, ребята, поставил я на место вот эти 4 пластиночки. Это впервые вижу, что так ПАНАС и такой некачественный материал применяли. Здесь, чтобы для жесткости, пропаял обычно. Фокусируйся. Вот. С этой стороны, ну, сюда к колпачку она не войдет внутрь, а вот наружу может уйти туда. И здесь я пропаял для жесткости. Со второй стороны здесь тоже пропаял. Сейчас будем пробовать ставить и проверять, почему такой некачественный магнетрон на ПАНАСе стоит. Впервые вижу, чтобы пластины сыпались такие. Жесткость не соблюдена была. Ставили магнетрон. Сейчас попробуем проверить. Не знаю, слышно вам, не слышно, но такое специфическое, ну, зуд такой слышен, что магнетрон вроде бы работает, но он, наверное, не будет нагревать. Да может и нагреет, но если такой зуд есть, значит диод и трансформатор, высоковольтный диод, конденсатор, все, значит, идет напряжение на магнетрон. Но сам магнетрон, хоть я испаял, восстановил, наверное, результата не будет. Где наша чашечка? Что у нас? Холодная. Придется все-таки менять. Это нам не помогло. Ну все. Ждем новый магнетрон, устанавливаем, проверяем. Ну что, вот привезли новый магнетрончик. Это старый, который пытались восстанавливать. Сейчас будем ставить, монтировать и проверять. Ну что, поставили магнетрон.
Сейчас будем испытывать, если результат. Да давай, блин. Так, ставим стаканчик холодной воды. Сейчас микроволны, полетели, минута. Посмотрим. Момент истины, посмотрим. Надеемся на положительный результат. О, вижу, результат уже, испарение идет. Однозначно. Так что, ребята, что-то воняет. Дрон новенький был. Где-то что-то попало, какое-то прогорало. Вроде ничего там не должно. Ну, типа масло. Не знаю, что-то. Смазка где-то. Так. Ну что, ребята, вот. Основное. Проверяйте. Высоковольтный диод. Вот здесь находится. Плюс конденсат. Как они проверяются, на канале есть. Ну и все. И магнетрон тоже у меня на канале есть, как проверить. Сейчас дождемся положительного результата уже остановки процесса и посмотрим результат. Как говорится, нажми на кнопку, получишь результат. Так, пик. Ну что мы видим? Вот. Есть нагрев, все работает прекрасно. Так что удачи в ремонте. Вот такой вот был ремонт в Панаса. Всем пока-пока.